Погода внесла коррективы и в график Олимпиады. На Токио надвигается тропический шторм Непартак. Синоптики прогнозируют, что он принесет с собой дожди и шквальный ветер. Местные жители заранее предупредили о возможном разливе рек и оползнях. Организаторы игр переносят соревнования по женскому триатлону, серфингу, гребле, стрельбе из лука. Непогода может помешать и теннисистам, однако переносить матчи организаторы не планируют. Соревнования просто переместят на закрытые корты. По данным синоптиков, в ближайшие сутки на Токио выпадет не меньше 30 мм осадков, а в полную силу шторм Непартак обрушится на берега Японии к утру 28 июля. Изначально ожидалось, что он пройдется и по столице, однако основной удар стихии примет север. Метеорологи успокаивают, у шторма недостаточно силы, чтобы перерасти в полноценный ураган. Но, вероятно, переносить олимпийские состязания будут еще не раз, ведь погода стабилизируется не раньше четверга. Шторм не впервые мешает планам олимпийцев. Так, 24 июля соревнования по академической гребле помешал тайфун Инфа.